Виолетта Андреевна, вам скучно на Бали? А? Виолетта Андреевна. Виолетта Андреевна, вам скучно на Бали? Скучно. Зевает. Ну, о чем хотел сегодня сказать? За 6 месяцев, конечно, любые даже очень красивые пейзажи приедаются и надоедают. Сегодня вот как-то грустновато. И шли вот сюда, вот думал о том, сколько вообще человек готовы сегодня же там поменяться со мной местами. Вот, и понял, что, конечно, таких людей будет довольно много. Даже вот без перспектив там каких-то, без возможности думать о завтрашнем дне. Ну, со страхом как бы даже думая о завтрашнем дне, потому что не хочется. Не хочется работать как раньше, не хочется жить как раньше. Но хочется, чтобы было как-то все вот так, немножко по-другому. Когда ничего особо не заботит, когда занимаешься вещами, которые тебе нравятся, экспериментируешь там с этими монтажами, с этим вот видеоблогом. Ну, прикольно, конечно, но, к сожалению, это не приносит не то, что даже какого-либо вменяемого дохода, вообще никакого дохода не приносит. Так, люди, ну, единицы, конечно, зарабатывают, но для того, чтобы зарабатывать столько, я думаю, что они упаковали туда уже приличное количество денег, там, ну, и в технику, и в профессионалов, которые делают эти видео, монтируют, там, озвучивают. Вот, ну, и не говоря уже в раскрутку и прочее. Так что вот, навеяло. А вам, надеюсь, было приятно посмотреть немножко лучшее место на Бали, я считаю, уже имея возможность сравнивать. Нуса Дуа. Вот, приезжайте, хоть немножко развлечете, блин, скучно, пипец. Все, пока.